Всем привет! Мы находимся на стадионе «Новая Арена», даже вернее рядом с этим стадионом. А мы пришли сюда, чтобы понаблюдать за одной крайне интересной темой. Компания Nike, всемирно известная компания, вон даже у них есть слоган «Нашему футболу нужен ты», организовывает такой крутой турнир среди любителей, футболистов-любителей. Каждый желающий может сюда прийти, поиграть в футбол и показать себя. В чем, собственно, смысл? Смысл в том, что через несколько минут сюда должны прийти футболисты «Зенита» Юрий Ладыгин и Олег Шатов. Эти ребята посмотрят на молодых футболистов. Все, я побежал. Пообщались с Олегом Шатовым, Юрием Ладыгиным, собственно, теми людьми, которые будут представлять Nike. Сейчас очки одену, а то без очков как-то плохо. Сейчас выйдут, пойдут уже на поле смотреть на, собственно, юных футболистов. Там у Олега там мяч находится, но он в спортивной форме, они переоделись, да, так что я думаю, сейчас проведут спарринг какой-то. Я на таких темах еще никогда не был. В Москве, знаю, проводились такие темы, там Тарасов приезжал. Конечно, пока журналисты оказывают на игру ребят большее влияние, чем сами футболисты, но ничего, они уже сейчас подойдут, видимо, к полю. И вот уже выходят. Уважаемые участники, сейчас у нас с вами Олег Шатов и Юрий Ладыгин. Сыграет один за одну, другой за другую команду. Вот Юрий Ладыгин наконец получает мяч и делает первую точную передачу в матче. Шатов прессингует. И все-таки команда Шатова идет вперед. И опаснейший момент. Надо забивать, конечно, удар, гол. Все, мне кажется, этот парень точно попал в объективы всех парней в камеру. И вот выход один на один, но бьет чел в белой майке точно вратаря, и контратака сейчас намечается. Ладыгин дает пас на парня в черном, пас на парня в красном, и вратарь играет очень надежно. И удар, какой мощный удар голкипера «Зенита», но голкипер команды справа играет надежно. И вот уже в атаку переходит команду, где нет игроков «Зенита». Оставляй, путь! Да я бы вообще здесь показал бы класс, как-то не так себе по технике. У меня просто ноги, как у Месси, просто немножко волосатые. Икры. Зацени икру быстро. Сейчас я бы так, блин, здесь пробил бы. Ой, какой гол. На кнопку нажимай на кнопку. Ну, смотри, как пошел, отдал. Ладыгин замешкался. Ладыгин передержал мяч. Сразу видно, не хватает опыта игры на позиции. Такой позиции. Да, таким был отбор Nike 11 в команду мечты, которая будет состоять из 22 футболистов. Ладыгин и Олег Шатов выбрали по одному человеку, насколько я понимаю, или вообще в целом одного человека, который получит свой шанс в дальнейшем развить себя и стать в конечном итоге профессиональным футболистом.